девчонки, новая сумка Эдита в отпуск с модной итальянской сумкой. Очень вместительная, цена привлекательная. Смотрим дальше. Сумка Эдита, очень большая сумочка из 7-го каталога. Сумка вместительная довольно-таки. Так что кто любит, да, кто любит большие сумки, это для вас. Еще одна новиночка. Сумка Стиви. Исполнена в 2 цветах. Смотрим ее ближе. Угу, сумочка Стиви, бордо. Совсем не маленькая. Вот, где у нас перед? Вот перед, тут еще и карманчик есть. Это вот как замша. А это под, вверх под кожу, а вот это вот замша. Угу. И вот она такая глубокая. Кармашки есть. Хорошая сумка, да? Угу. Да, красивая очень сумочка. Дальше идет у нас сумка Лолита. Смотрите, вот она. У меня здесь. Открываю ее. Она довольно-таки большая. Сейчас. Смотрите. Это зад. Вот перед. Ручка у нее вообще. Смотрите. Чтобы вы понимали, вот здесь на заклепке. Здесь на молнии. Я расстегнула уже ее. Ручка еще одна, длинная, сюда ее приделывать можно. Это с мамой мы уже поэкспериментируем, покажу. Здесь вот большой отдел, здесь что-то маленькое, там телефон, например, документы. И еще один маленький на молнии карманчик. Вот такая сумка.